Здравствуй, моя хорошая! С наступающим Новым годом тебе! Ты хорошо сделала? Пойдем. Ольга Зуева сегодня стала первым посетителем клиентского офиса компании «Энергосбыт Плюс». Она пришла, чтобы обратиться за помощью квалифицированного специалиста и разрешить свой вопрос. Помимо консультации, Ольга получила новогодний подарок и хорошее настроение. Знаете, очень приятно, неожиданно обратилась с вопросом, который беспокоит, а попала вот в такую новогоднюю сказку. Сегодня в одном из офисов компании Дедушка Мороз раздает подарки. Но для того, чтобы получить приз от энергетиков, идти в офис обслуживания или куда-либо еще не обязательно. Достаточно выполнить все условия акции в Новый год без долгов и с подарками. Сделать это необходимо до 31 декабря. В этот раз мы разыгрываем зачисление денежных средств на лицевые счета наших клиентов. То есть будут выбраны победители, которым мы зачислим на их действующие лицевые счета денежные призы. Дополнительно также мы разыграем среди этих клиентов также денежные призы, то есть можно удвоить свой выигрыш, перейдя на электронную квитанцию. Чтобы принять участие в акции, необходимо погасить имеющуюся задолженность за тепло, если она есть, и оплатить рекомендуемый платеж за декабрь. По желанию можно перейти на получение квитанции в электронном виде, тогда будет возможность поучаствовать в дополнительном розыгрыше. А первые 30 тысяч участников акции получат подарочные сертификаты на поверку приборов учета горячего водоснабжения. Подробные условия акции можно узнать на официальном сайте samara.splus.ru. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.